С Новым годом! В Екатеринбурге в областной детской клинической больнице, больше известной как ОДКБ, не путать с организацией договора коллективной безопасности, в тамошнем педиатрическом корпусе случилось доселе невиданное. В старый Новый год с крыши корпуса по альпинистским веревкам к хворым детишкам высадился десант из 5 Дедов Морозов, сокращенно ДЕМО. 4 демо-версии в красном, 1 в синем. И выяснилось, что, оказывается, Деды Морозы бывают двух категорий – пешие и спортивные. А мы не с крыши, мы… Мы пешие. Да. Ого-го! Вот они наши спортивные Дед Морозы! Но сейчас, друзья, уберите от экрана уши детей. Хотя у нас передача 16+, и этих ушей поблизости быть не должно. Так вот, на самом деле эти летающие Деды Морозы не настоящие. Это профессиональные промышленные альпинисты, которые по жизни вот так вот по стенам лазают. А тут они просто нарядились в Дедов Морозов, чтобы на старый Новый год поздравить детей в больнице и вручить им подарки. Подарки принесли раскраски, фломастеры, пазлы, все, что, чтобы порадовать детей. Акция носит исключительно благотворительный характер. Было сделано только для того, чтобы порадовать детей. В общем, детская улыбка – это самое главное, чего хотели от этой акции. Мы получили то, что хотели. После раздачи слонов спортивные Деды Морозы и пешие Снегурочки поиграли с недужной молодежью в меру подвижные игры. Ну, степень подвижности, видимо, была санкционирована лечащими врачами. И по доброй традиции поводили хоровод вокруг живой елочки, роль которой исполнил живой, но немножечко больной мальчик. Зимой и летом стройная, зеленая была. Подобные акции, безусловно, нужны, они нас радуют, наших пациентов прежде всего. Сегодня у нас в больнице такое праздничное настроение. Пришли к нам поздравить наших пациентов Деды Морозы, Снегурочки. Почти все они спускались сверху по специальным веревкам и из окон поздравляли наших пациентов, поэтому мы считаем, что это очень здорово. Мы уже 9 дней лежим. Ну, конечно, настроение детям поднимает. Сейчас вот тихий час, так какой сейчас тихий час? Все уже. Сейчас веселиться будут, да? Очень активно реагируют дети, рисуют что-то на окнах, они ждут эти позиции. У нас в прошлый раз были супергерои, вот сейчас Деды Морозы, мне кажется, это очень актуально. И именно вот сегодня вроде бы уже и прошел Новый год, но как бы на старый Новый год пришли и поздравили наших пациентов. Что у него очки вот, и он без мешка с подарками. Работа, возможно, и нелегкая, но эти эмоции, эти детские улыбки, они стоят того, чтобы спуститься, стоят того, чтобы подарить этот подарок. Самое главное, это не какие-то там, что-то ты получил от этого, ты получаешь искреннюю детскую эмоцию, искренний свет в глазах. И вот это самое главное, для чего это все делается и для чего эта акция была проведена. Любому человеку эмоциональный фон позитивный всегда помогает в здоровье, так скажем. А ты веришь в Деда Мороза? Нет. Нет? Почему так? Не знаю.